Всем привет, с вами Гок Магок, и мы продолжаем играть в игру Red Ball 4. Это вторая серия. Как вы помните, мы остановились на 9 уровне. Сегодня я планирую пройти уже до конца эту локацию. Так, давайте пройдем дальше, потому что мы на этом месте уже были в прошлой серии. Мы умерли дальше. Сейчас я по-быстренькому пройду. Так, давайте убьем квадрат и заберем звезду. Вон сверху уже видно то место, где мы умерли. Давайте опять поднимем трамплинчик. Угу. Еще чуть-чуть. Ай, блин, давайте еще. Все, звездочки мы забрали. И именно на этом месте мы в прошлый раз умерли. Сейчас попытаюсь аккуратно это место пройти. Блин, не допрыгнул опять. Надеюсь, у нас все получится. Так, давайте аккуратней. Все, хорошо. Теперь мы прошли. Ух ты! Тяжелое место. Теперь тут не пройти, да? Ладно, давайте еще раз. Давайте разгонимся. Угу. Я понял, получается, полностью тоже нельзя. Так, вот. Вот, хорошо. Так, 10 уровень. Ага, тут у нас типа качели, да? Как я говорил, мы соберем все звездочки на всех уровнях. Так, давайте. Ух ты. Блин, вода оказывается тяжелая. Ну ничего страшного, мы тут тоже пройдем. Так. Вот, хорошо. Так. Вот мы и дошли до чекпоинта. Тут у нас качели, да? Давайте убьем квадратов. Там еще одни я такие же вижу. Это, в принципе, легко. Так, вот у нас, мы прошли на максимальную звездочку. Давайте перейдем к следующему уровню. Вот у нас 11 уровень уже. Угу. Так, тут у нас тоже звездочка. Так, ну хорошо, тут у нас получилось, давайте. Ого! Так, а тут... А, я понял, надо двигать, когда квадрат будет на досточке. Давайте подождем, поехали. Ух ты, ничего себе, чуть не упали опять. Тут у нас еще какая-то горочка. Ого, тут целая мертвая петля. Но самое главное, мы допрыгнули. Так, давайте на следующий уровень. 12 уже. Ну, еще чуть-чуть, и мы уже реально пройдем этот уровень. Ну, а вы пока пишите в комментариях, какие игры вы еще хотите увидеть на моем канале. Так, давайте... Обратно ее откатим. И запрыгнем, пока она не уехала. Хорошо, собираем, повторяю, все звездочки. Тут у нас тоже какой-то трамплинчик уже с камнем. Ага. Так, я понял. И опять вода. Ух ты, тут какие-то поршни даже есть. Так, когда они в воде, наверное, прыгать нельзя. Давайте тогда сейчас... Хорошо. И эти еще квадраты рогатые. Так. Хорошо. Так, тут, в принципе, тоже легко. А, вот, кстати, как и забрать верхние звездочки. Давайте подкатим. И все, можно ехать дальше. Так. Тут нам не заехать. Наверное, нужно попрыгать здесь, да? Так, надо прям максимально на этом конце, чтобы была больше сила. Так, давайте еще раз. Вот, хорошо, потолкнули. Еще одно достижение получили. Опять этот квадрат в шлеме. Давайте его. Ай, не
получилось. Так, хорошо. И вот так. Так, тут у нас опять какой-то мост подвесной. Угу. В принципе, легко. Так. Допрыгнем до звездочки. Ай, чуть-чуть не хватает. Давайте подъедем. Все, допрыгнули. Угу, опять у нас водичка, да? А мы вот так вот сделаем. Хорошо. Уже 14 уровень. Так. А как? Мы тут не помещаемся, да? Ладно. Давайте перезапустим. Так, 14 уровень. Так. Едем. Вот мы и допрыгнули. Хорошо. Так, у нас опять какая-то палка и камень. Наверное, надо палку. Она у нас не улетит. Блин. Давайте посмотрим, что там. Так, у нас опять тут квадрат в шлеме. Хорошо. Так, ну давайте попытаемся, может, ее скинуть. Но я немного волнуюсь. Мне кажется, что она может упасть вниз. Давайте. А, я понял, она там зацепилась. Хорошо. И теперь прокатим шар. Так. Угу. Так, 14 уровень. У нас уже медная звездочка. Так, давайте. Пройдем. Это, в принципе, легко. Ух ты. Вот нас и ждет босс. Первый босс. Это большой черный квадрат. Так. Как я понял, его можно бить, когда у него желтые глаза. Так. У него уже минус 2 жизни. Хорошо, еще раз его бьем. Ого, он на нас прям прыгнул. Так, ну сейчас мы быстро этих красных, черных квадратов сломаем. Так. У нас, кстати, уже одна жизнь, надо быть поаккуратней. Так, давайте их снимаем к стеночке. Ого, а как он до нас дотянулся? Может, его надо перепрыгивать? Я не уверен, прыгнем мы так высоко или нет. Ну, с этими черными квадратами обычно легко. Да, я понял, через него можно перепрыгнуть. Только надо поймать правильный момент. Давайте этих двух тоже лопнем. Вот как сейчас надо прыгать. Да, хорошо. Так, ого, уже два рыцаря. Так, хорошо. Минус один. Аккуратно, чуть не потеряли жизнь. А вот теперь потеряли. Так, давайте. Оп. Все, минус этот тоже. Ого, теперь он прыгает. Так, хорошо. Так, как раз надо бить. Угу. Проезжаем под ним. Так, у него желтые глаза, бьем. И у него осталась последняя жизнь. Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. И все, и можно бить. Ух ты, у нас разблокирован новый шарик. Мы получили достижение, то, что прошли все уровни с золотой звездочкой.